посмотреть на успехи мальчишек и девчонок приехал глава Кубани. Вениамину Кондратьеву школьники показали свои разработки в области робототехники. А уже после на общей встрече поделились планами на будущее. Многие из них хотят связать свою жизнь с космическими профессиями. Я понимаю то, что в спутниках не меньше электроники, чем в остальных любых приборах. И получается, я вот смотрю то, что мы сейчас проходим различные тренировки на вот этих спутниках, я понимаю то, что они несовершенны. И я могу их тоже доработать, потом как-то делать так, чтобы удобно было и для самих космонавтов их управлять, так и жилье там. Это принципиально важно, чтобы те таланты, которые в каждом из вас сегодня есть, раскрылись и послужили на благо и вам, конечно, и нашему краю. Ну а кому повезет, конечно, на благо нашей великой страны. Это очень важно. Главное в себе чувствовать этот потенциал, не отказаться, не предать свою мечту. Запомните, не предать свою мечту, а идти к ней. Идти, невзирая ни на что. Важно, чтобы вот те таланты, которые у вас есть, раскрылись сейчас. И Сириус поможет это сделать и вам, и нам. В «Сириусе» у ребят довольно насыщенная программа. В первой половине дня они занимаются своими исследовательскими проектами, а после обеда экскурсии по парку науки, где собраны последние технологии в самых различных областях. Итогом смены станет научный фестиваль, на котором кубанские школьники представят свои разработки.